Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова канал ТОПС. И сегодня я хочу рассказать о погоде в нашем городе Ейске. Потому что после тех сильных дождей, которые были несколько дней назад, мне написали очень многие люди, что они просто в ужасе, что будет, ехать ли в Ейск. И вот я вам хочу сказать, что вот эти несколько дней прошли, у нас уже сегодня очень хорошая погода. Вчера уже было тепло и переменная облачность, и сегодня, посмотрите, абсолютно ясно. Сейчас, правда, вечер, мы пришли вечером на лиман, люди здесь купаются, людей довольно много, даже сейчас днем было больше. То есть погода улучшилась, дождя ни сегодня, ни вчера не было, и была температура воздуха вот так 27 градусов, 28, море вполне теплое, то есть погода явно улучшилась, и очень сильно улучшилась, поэтому поводов для паники пока нет. И по прогнозам тоже показывают улучшение погоды. То есть это была какая-то у нас аномалия с этими дождями. Вот такая ситуация. Вот посмотрите, какой у нас песок на лимане. Это вот построил мой ребенок. Он всегда приходит, начинает здесь строить свои замки. Обязательно окруженный рвом. И самое интересное, что он хочет быть археологом. Он всегда говорит, я хочу быть археологом. Археологи же все раскапывают, а он наоборот строит. И строит очень много. Вот это все он построил сам один. Правда, с помощью металлического совка. Потому что пластиковые совочки уже не выдерживают его построек и ломаются. И поэтому я уже ему подарила такой железный металлический совочек, который используют огородники у себя на дачах и на огородах. И вот с этим совком он вот это строит. Вот такие интересные постройки. Самое интересное, что когда приходишь на следующий день, чаще всего от постройки ничего не остается, но он все равно каждый день строит что-то новое. Это просто удивительное строительство, причем это огромное строительство, и многие дети даже подходят и спрашивают, ты что, правда это сам построил? Они думают, что это строили несколько детей, взрослым помогали. А это все строит один ребенок. Вот буквально за час-полтора он выстраивает вот это все. И даже иногда совсем мало купается, а потом мы идем домой. Вот сейчас мы уже собираемся домой, потому что уже вечер, уже пора. Уже даже вечерком немножечко прохладно. Вот и все. До свидания, удачи всем.